В Бобруйске в этом году 62 выпускника получат аттестаты особого образца с награждением золотыми и серебряными медалями. Позади у будущих студентов централизованные экзамены. Абсолютные результаты сейчас у трех учащихся по 300 баллов, 2 ЦЭ и аттестат. В лидерах по количеству 100 бальников 27-я школа. У выпускников наивысший балл. Всего у 19 абитуриентов результат на все 100. Военно-историческая реконструкция «Бобруйский котел» вновь перенесет в прошлое тысячи белорусов. Уже заявлено более 400 участников из 65 военно-патриотических клубов. Также в планах задействовать несколько десятков образцов техники. Кровопролитные бои на переправе возле деревни Щадково прошли 28-29 июня 1944-го. Событие ключевое в освобождении Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Многодетным семьям Бобруйска к новому учебному году выплатят материальную помощь в размере 30% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас это 125 рублей. Финансовая поддержка предусмотрена для каждого ребенка, который обучается в учреждении общего, среднего или специального образования. В Бобруйске проходят республиканские соревнования по судомодельному спорту в рамках 22-й республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта. 50 лучших спортсменов из 6 областей и Минска борются за право быть лучшими в Беларуси в проектировании и умении управлять моделями. Верующие сегодня отмечают Вознесение Господне. Это одна из 12 важнейших дат в церковном календаре. Выпадает на 40-й день после Пасхи. По преданию, все это время с момента воскресения Иисус был с учениками и лишь после вознесся на небо. В храмах сегодня торжественно и многолюдно. Церковная служба напоминает пасхальную. По народной традиции в этот день принято приглашать гостей и угощать пирогами.